Привет, я Александра, и это «Одна минута с налоговым консультантом». Частный предприниматель на едином налоге третьей группы оказывает услуги своим заказчикам-нерезидентам, и они оплачивают его инвойсы в иностранной валюте. Он интересуется, каким образом банк осуществляет валютный надзор по его валютным поступлениям. Обратите внимание, согласно постановлению Управления НБУ номер 7 от 2 января 2019 года, у банка предусмотрена упрощенная процедура валютного надзора, контроля по операциям по экспорту услуг. В частности, если сумма гонорара по инвойсу за услуги не превышает так называемой незначительной суммы, а эта сумма это 400 тысяч гривен, банк снимает с контроля такую операцию автоматически. То есть он может потребовать у вас инвойс. Вы предъявляете сотруднику банка инвойс, где написано, что гонорар пришел за услуги. Этого будет достаточно. Если вы хотите что-то дописать для налоговой инспекции, можете написать, что указанный инвойс является актом выполненных работ и подтверждает оказание таких услуг в полном объеме. На этом все. Пока.